Всем привет, меня зовут Антон Зайцев, у меня одна из самых удивительных профессий – быть вместе с людьми в самые радостные моменты их жизни. И мне еще за это деньги платят. Пойдемте со мной, сами все увидите. Ну, ты там красиво смонтируешь. А, встречайте громкими аплодисментами. Пронигилирование торпидообразующими элементами необходимо для образования торпидов сложного состава. Да, не случайно я вышел в домашнем. Мне кажется, ребята импровизировали. Да, листы-то чистые. Но после такого уже можно ничего и не говорить. Стало уже таким своеобразным штампом среди ведущих говорить о том, как они любят свое дело. И я не исключение, мне очень нравится общаться с людьми. Не знаю, нравится ли им, но от этого действительно получаешь большое удовольствие. Сняли? Все, иди отсюда, девочка. Иди, иди. Там живут несчастные люди, дикари. И финальный тара-та-та-та-та. Подарите друг другу красивый поцелуй. Самое интересное, что его девушка сидит слева. Правило есть правило. Вот так наш праздник плавно перешел в свадьбу. Ребята, стоим мы с вами, три победителя голоса. Первого сезона, второго, третьего. Сказать, я тебя люблю, это подстава. Мне уже повезло, я работал и продолжаю работать на мероприятиях очень крупных компаний и с талантливыми артистами, у которых многому учусь. Да и они у меня учатся, просто не признаются. Судя по тому, что кричали девушки, в основном женские голоса, это первые концерты Стаса Михайлова. А вот теперь как по-настоящему встречает группу «Фабрика»? «Голос, дети»! Арина Данилова! Это красавица, активистка, творческий человек Юлия Ковальчук! Хотите бросать в ребят крупными денежными купюрами, пожалуйста, делайте что угодно. Ребята здорово поют, но вот тому бородатому мальчику лучше больше не петь. Шоу, которое покорило Гонконг, Дубай, Шанхай, Верхнюю Пышму. Бангкок! Громче! Сейчас стало так много ведущих, что довольно сложно определиться. В этом вам поможет мой следующий танец с детьми. Если и тогда меня не позовете, у вас каменное сердце. С этого шоу